Доброе утро всем. Так, поеду я сейчас на пляж. Посмотрю, может быть, там не стреляют. Потому что вчера я, когда ходила пешком, то вроде бы как не слышала больше выстрелов. Может быть, травка-муравка уже выросла. И пугать птичек не стоит. В общем, посмотрим. Представляете, мне вот... У меня страховку в марте заплатила. Как раз мы были-сидели на карантине таком строгом. Гулять не выходить нельзя. Вот. И вот мне только сейчас дали, как это сказать, фактуру. Ну, у меня, конечно, было в банке там. Ну, что деньги сняли. Так, сейчас тут сосед. Там есть такая собачка. Чихуахуа. В 3 раза меньше моего Чарли. Ну, злая страсть. Короче, я тут, как всегда, вчера увидела лужу воды. И, в общем, надо сейчас воды налить. И она, знаете, злая страсть. И пытается напасть на людей, на собак. И вот сейчас Чарли такой стоит, непонятки. Она прям на него бежит, но ничего, не лаяла, ничего. Слушайте, прям воды нормально так вытекло. Как-то странно она у меня вытекает, вода. Едешь, не вытекает. Потом бац, вытекает. В общем, вытекает, когда хочет. Вот так, все готово. Водичку спрячу. У нас, видите, а дождь обещают часиком в 5, после 3 где-то. Поэтому надо до этого времени управиться. В том плане, что с Чарли погулять. Если это, конечно, будет возможно. И он не струсит. Здрасте, приехали. Маску надо помыть, постирать. О, уже трусится. Ну чё ты сейчас-то трусишься? О, у меня тут, оказывается, маска есть. Надо заменить белое. Ну надо же. У меня тут чё только нету, оказывается. Так, не трусись. Сидит, трясется. Чего ты боишься сейчас-то? Ну, сидит, боится. Амалапляя? Чи, амалапляя? Аль парке? Винга, аки, понтаки. Понтаки. Какие носы поели? Ну, здрасте, примастился мотоцикл. Ясто, Чарли? Ой. Ясто, примастился. Ты на баму амалапляя? Aquí no se puede. ¿Nos van a multar? Que te voy a atar atrás. Ya está, que nos vamos a la playa. Eso, acuéstate ahí. Все, поехали. Эврика, это случилось. Я выбросила мусор, наконец-то. Правда, у меня там еще собралось. На пару раз. Ну, это уже будет в следующем эпизоде. Так, тихо, спокойно. Ветра нет. Хотя передавали ветер. Прям сильный. Может быть, все еще будет. Знаешь, все еще будет. А пока так классно. И народу мало. Потому что все 6 числа с утра... Открывают подарки под елкой. Вообще, это, знаете, в этот праздник собираются семьями опять, как всегда. Вот, например, у нас в прошлом году мы покупали подарки ребятишкам маленьким. Вот, у нас семья большая, поэтому всем купить это одно разорение. И потом они вот ходили из дома в дом и собирали, как говорится, эти подарки. А вот я там блинчики пекла разные. Ну, не разные, они любят с шоколадом. И я вот им... пекла блинчики, вот, и вот такие вот дела. Ну, конечно, к нам они уже приходили сытые, потому что в каждом доме чем-то угощают. И, в общем, у меня дома такой был погром, в этом году, видите, нельзя,
Мне тоже подарки кое-какие перепадали в этом году. Ни мы никому, ни нам, естественно. Ну ладно. В следующем году зато наверстаем вдвойне. Сейчас тут так пройдусь. Пойду к морю схожу. Прям влажно, как-то сыро такой вот. Тяжелый воздух. Ну, хороший прям чувствуешь. Как это, дышишь им. Обычно вот тут детей много, знаете, они на... Хотя вот к часам к 12 повылазят все, потому что обычно на королей дарят всякие самокаты, вот эти вот всякие велосипеды, машины вот эти вот, которые ездят. И вот дети сюда на набережную приезжают, выгуливают свои, как говорится, свой транспортные средства. Ну, а сейчас еще погода не очень, и поэтому многие не приехали к нам на море. А зато нам лучше. Гулять не хочу. Ну, вот на вот здесь жить... Не очень, потому что такая влажность от моря, и вот эта вот влажность все съедает. Рамы на окнах, весь металл, сырость, вот это вот, как это называется, плесень. Здесь, короче, не позавидуешь жить. Летом, да, хорошо, а зимой, и здесь вообще скукотища, ну море, ну и что дальше? Ну и что дальше? Вы знаете, когда же, если будешь жить вот так вот у моря постоянно, оно тоже надоест. И, ну, в принципе, ничего интересного, да, смотреть каждый день на море. Я жила, когда приехала только в Испанию, я жила, ну, тоже так, на первой линии пляжа. Где-то, наверное, года 4, может быть, 5. И вот, потом настолько привыкаешь, и даже неудобно, потому что... Если куда-то в магазин, нужно было такси брать. Если там еще куда-то. В общем, пешкарусом никуда не дойдешь, если за какими-то покупками. И вот так вот выйдешь целый день и сидишь на этом море, смотришь. И очень интересно. В общем, каждому свое, знаете. Смотрите, у нас вот на этой горе снег выпал. А это бывает очень-очень редко. Или значит лишь одно, если это невысокая гора, если на ней снег, то это действительно холодно у нас. Я иду, сейчас гляжу, а там снег лежит. Ну надо же. Еще там есть другая гора в той стороне, она в районе Малаги находится. И там тоже, если, в общем, выпадет там снег на этой горе, то тоже как бы... Потому что прохладненько так. Холодная зима в этом году. Все об этом говорят. Ну, ничего. Чаляино, а есть та каритера, но... Оге! Ну, в кустике надо пописать. Как же он так пройдет мимо и не пописает? Здесь вот на обочине растет фенхель. Здесь хорошо, нет ни машин, ничего. И можно собрать зелененький. И потом же сделаю на этой неделе пучеру де инохос. У меня есть на канале рецепт. Есть корень и фенхеля. А здесь вот именно вот такие вот ростки, как бы зелень от него нужно. Вот хожу ищу. Вообще растет, когда холодно. Ну, в принципе, не жарко. Что-то не особо я вижу. Ну, что-нибудь, думаю, насобираю. Потому что я здесь не одна такая умная. Я видела много раз, что женщины собирают тоже. Так что люди там бегают. Петра. Прикольное имя. Так что вот так вот. Вообще, смотрите, как там классно. Я всегда смотрю и думаю, если бы у меня в детстве были бы такие заросли, я бы там шалаши строила. Хотя, знаете, вот в этих пальмах там крысы живут. И всякие живности. Поэтому, ну а в детстве-то все ничего не страшно, поэтому можно было бы построить разные шалаши.
моя машина опять, походу, немного описилась. Сыкух какая-то прям вообще, а не машина. Писит и писит, писит и писит. Ну и бажу потом уже. Она вроде немного. Завтра тогда посмотрим. Чарли? 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 Дева? Давай. Карета подана. А дон дева? Мы, кстати, сегодня так классно погуляли. Не стреляла нигде. Ничего, он даже не боялся. В общем, здорово, едем домой. Нашли, кстати, фигурки. Вот такой король. А Боб, кстати, настоящий. Он тоже был в обертке. Но это настоящая фасолинка, представляете? Вот этот вот я спрячу до следующего года. Ну, а фасолька-то, видите, она настоящая. Это, кстати, мужу попался. И то, и другое, потому что он почти пол этого слопал. Пол раскона. Я сейчас буду готовить обед. Знаете, что я сегодня хочу? Вермишельку такую готовить, скажем так. Вот такую. С тушеночкой. Я так давно этого хотела. Для начала я обжарю вермишельку на сковородке. Добавлю немного масла. И вот на сухой сковородке прям вот начну обжаривать вермишельку. Ой, наверное, много. Это много. Обратно. И обжариваю до такого золотистого цвета. Надо чайник включить, потому что нам еще понадобится кипяток. Когда они уже стали такие, видите, шоколадного цвета, золотистого, мы добавляем кипяток, чтобы они там варились.
желаний и готовим до готовности. Если воды мало, можно еще добавить. И варим. Посолим немножечко. Ням-ням-няшечки. Ой, запах какой же вкусный пошел. Когда почти готово, добавляю тушеночку. В тушенке тоже есть водичка, поэтому пускай она там все вместе варится, шмарится. Ням-ням-няшечки будут такие у меня. И все перемешиваем. Хотите специи, добавьте, какие вам нравятся. Ну, я думаю, что в тушенке достаточно всяких специй, чтобы это все было вкусненько. Так что пускай доготавливается, тает. А попутно делаю салатик из авокадо. Я уже тут авокадо нарезала, полила все лимоном. И сейчас добавлю анчоус. Баночку анчоус. И будет ням-ням-нямочки. Этим же маслечком польем. И анчоусы туда достанем. Такой салатик будет. Обожаю такой салат. Это просто очень вкусно. Я не солю, потому что анчоусы и так соленые. Зачем солить, правильно? Угу. Так, вкусняшечка будет какая. Ну все, салат готов. Включаю огонь на максимум и жду, чтобы оно все это пришпандорилось. И появилась аппетитная корочка. И все, наше блюдо готово. Вы делаете такое? В общем, вот так вот мой день прошел. Периодически заряжала то ноутбук, то телефон. Потому что ноутбук заряжается, я в телефоне сижу. Телефон заряжается, я в ноутбуке сижу. Сижу, лежу, ноги вверх, ноги вниз. Чай иногда попиваю, чтобы согреться. В общем, все как обычно. Вот, сейчас я тут слопаю одну хурму. Я уже ее, кстати, помыла. И пойду монтировать влог. Завтра мне на работу. Хотя дождик пойдет, но у меня уже есть клиенты. Я хотела, знаете, если дождик, я же вам много раз говорила здесь, когда дождик, то, хотя на сегодня тоже передавали, а его нифига не было, то люди, никто не выходит на улицу. Но клиенты у меня есть, поэтому придется поработать. А, воду он просил. Воду, воду, воду. Вот. Клиенты, которым не важно... Неважно, их укладка. Ну, одна бабушка постоянная, к которой я хожу на дом. И другая девочка ведет тоже. Просто там же никуда не умещаются. А, я же хотела мандаринку. Тут как раз маленькая мандаринка есть. Черемой уже у нас поспели, несмотря на дубею холодею. И мы уже потихонечку едим. Ой, у меня что-то еще этот есть. Закатился, я его совершенно не видела. Лечи, апельсины, в общем, всего до всего. Хурма переспевает уже. Кстати, это еще твердое. А вот это уже мягкое. Надо поменять местами. Ладно, буду я с вами прощаться до завтра. Встретимся на работе. Всего самого лучшего. Всем пока-пока. Кстати, с праздником вас, с Рождеством Христовым. Всего вам самого наилучшего здоровья, всех благ земных. И даже не знаю больше с чего, доброты, какой-то искренности. Вот, не быть злыми, обиженными. И в душе
чтобы у вас было только тепло. С праздником и всем пока-пока!